Жесть. Это будет влог про то, как мы проводим свой карантин. Карантин 10 дней. Осталось нам уже несколько дней. И мы будем активно показывать, что у нас происходит. Ну, у нас не похожий день на другой. Ну, в основном одно и то же все происходит, но мы покажем, как мы себя развлекаем, какие мы себе дела что придумываем. Что происходит в заперти. Да, что мы вообще делаем. Так, обычно наш завтрак начинается с цельнозернового хлеба. Мы его поджариваем чуть-чуть на оливковом масле. И дальше я покажу. Продолжаем приготовление к завтраку. В свою очередь я режу авокадо и быстренько подсушиваю хлебушек. Порезала рыбку. Да. На завтрак мы еще обычно едим хумус. Вот здесь. Остаточки. Остаточки. Кстати, да, уже осталось немного. Ну, до воскресенья, наверное, даже не хватит. И пьем помаранджевый сок. Вот такой тымер. Кстати, наш любимый сок. Мы мечтаем выйти с карантина и закупиться опять им. Ну вот и все. Можно уже и завтракать. Вот когда я зову Сашку завтракать, идиот, он сидит, работает в компьютере и делает вид, что меня не слышит. Сашка! Давай уже быстрее! То я сейчас тебя съем, проголодаюсь. А примерно вот так мы проводим свое время на карантине. Вот так пылесосим почти каждый день, потому что откуда-то пыль. У нас постоянно открыты окна на балконе. И вот пыль, пожалуйста. Мы уже сами пыльные, Сашка. Уже все, уже труха с нас сыпется. Вот настало время ужина. Оля тут наготовила вкусняшку. Кускус с овощами. Уверен, это супер вкусно. Сейчас будем есть. Так что смачнего. 7:40. Суббота, если видно. И у нас... Вы слышите этот звук? Все прелести жить в новом доме. Это законно. В субботу. Мы в 7:20 начали. Блин, вообще так спать охота. Вот, и это уже, блин, 20 минут. Ну чё, Сашок? Все-таки мы записывали, что нас разбудили. Нас разбудили каждые пару минут. Ну, не знаю, мы... Пару часов повалялись, поспали, не поспали, ну, не знаю. Ну так, 2 часа я все-таки поспала. Ну, где-то так, потому что мы периодически мешали спать. Но мы уже смирились, потому что это, в принципе, в течение недели так происходило. Просто по выходным мы думали, будь тихо. Я думала, что по выходным-то это, они и делают свой ремонт. Но, видимо, делают. Время уже 12:44, уже помылись. Сейчас будем завтракать. Сашка. Сейчас будем завтракать, и я вам сейчас покажу, что у нас происходит за окном. У нас необычный район. Нам везет вообще во всем. Сейчас вам покажу. А, кстати, нам остался на карантине быть сегодняшний день и завтрашний, и все. И мы на свободе. Да, Сашка? Да. Самое утро встанем и пойдем изучать Лодь, потому что, в принципе, саму Лодь, сам город Лодь мы не видели. Мы только видели, что мы там, автовокзал. Да, и пока ехали. А, и пока ехали немножко, да. И больше, в принципе, ничего и не видели. Вот, выходим на наш балкон и покажем, напротив чего мы живем. Вот это бывшая электростанция. Ее отреставрировали. Видите, какая труба огромная. Получается, что наш балкон выходит на, как это сказать, на электростанцию, да, Сашка? Сегодня сделали как бы открытие вот этого пространства во дворе у нас. Позвали всяких людишек, а нам даже выйти нельзя. Ну, правда, тут и движухи особой нету. Минимально. Шахматы, кикер, настольный теннис, там бадминтон. Кофе, ну, фудкорта никакого нету. Ну, поэтому не так обидно. Ну, и не так шумно, в принципе. Если бы тут прям была тусовка громкая, было бы хуже. Утро наше также начинается с разбора посудомойки. Потому что мы на ночь ставим посуду.
Ну, она стирается, если можно так сказать. Очень удобненько. Да, удобненько. В принципе, завтрак у нас одинаковый. Только что у нас закончился хумус. Ну, в принципе, осталось уже пару дней, мы не сильно переживаем. Поэтому у нас все как обычно, только вместо сок у нас чай ромашковый. И Сашина подгорелая яичничка. Яичница. Но ничего страшного, зато она вкусная и сделана с любовью. Кстати, еще хотела рассказать вам. Мы случайно купили чай. Мы вообще все, что мы приехали, покупали случайно. И большинство продуктов было очень вкусное. По-польски чай хербата. Сейчас вам покажу тот самый случайный чай, который оказался очень вкусным. Мы в полном восторге. Вот тот самый ромашковый чай купили в Lidl. А, кстати, может, и чай сделан для Lidl специально. Есть еще вот такие вкусы. Нужно обязательно их все попробовать. Но вот этот чай с карамелью, ромашкой карамель, ну, вообще нам очень понравился, топчик. Мы советуем его купить, кто будет в Польше. Он недорогой, поэтому можете попробовать, если вам интересно. И заодно вам расскажем, как мы делаем тот самый чай. У нас нету еще пока чайника, но у нас есть кастрюля, и мы вот в кастрюле просто воду греем и пьем чай. И пока мы сидим на карантине, у нас дважды в день вот звонит робот, чтобы нужно зайти в приложение и отметиться. Вот это приложение. Заходи. Я в него захожу. Оп. Загружается. Скорее всего, оно всем понадобится, кто сейчас приезжает в Польшу. Все обязаны сидеть карантин 7 или 10 дней. Если 7 дней, то вы можете 7 дней отсидеть и поехать сделать... На 8-й день можно сделать тест. Но можно либо пешком, либо на велосипеде, либо на личном автомобиле. Вот, у нас нету личного автомобиля. И мы решили, там 7-10 дней... Нет смысла. Нет смысла. Так, все. И я должна сделать... Вот. Отмечаю, что я... Там всегда должна быть включена геолокация. Вот я сделала. И отслеживать, что ты дома, и что ты еще фотографию отсылаешь, отправляю. И все, и свободен. Все. Два раза в день. Стабильный ритуал у нас. Фотографироваться. Но мы как бы поставили, чтобы нам звонили и напоминали. А можно еще также без звонков. Но тогда не приходит оповещение. Мы решили лучше звонки, чтобы не пропускать. Еще плюс я, так сказать, учу английский. И вот читаем вот такую книжку. Получается, «Волшебник страны Оз». Мы вот уже... Мы вместе больше с Сашей. Половины. Саша мне помогает. Саша хорошо знает английский, и он меня контролирует. Я уже больше половины прочитала. Ну, вот так же коротаем мы время. Учим еще мой английский, польский. Вот. И вот еще предпоследний день карантина. Надо выйти с него, чтобы потом не пришлось заниматься такими делами, а уже просто полезными в плане решать вопросы, гулять. Ну и вообще, лучше сделать уборку, чтобы дышалось хорошо, да. Чтобы чистенько было. Надо же чистить. Да. Кстати, мы за этот карантин практически каждый день драем. Ну да, просто сидим пол. Дома. Да, пол мы не моем, а так вот что-то где-то пыль. Ну, пылесос каждый пылесос, день или да. Через день. Ну, постоянно что-то приходит. Ну, чтобы было чисто. Ну, как же здорово, вот я убралась. Все такое красивое, чистое. Пахнет прям по-другому. Так... О, Сашка. Ку-ку. Сашка своими делами занимается. Значит, есть только одна проблема, это мы не помыли окна. Конечно, так не очень видно, но мы их еще не мыли, потому что у нас пока нету такой швабры-щетки. А в ванной как? Все вообще, чистота, все блестит, меня в отражении видно. Да вообще, все блестит, раковина блестит. Просто так я не могу, я смотрю, просто мне так нравится. Просто горжусь собой. Я пришла на кухню и сейчас буду готовить обед-ужин.
Я решила, что у меня будет грудка. У нас еще остались помидоры, еще есть сыр. Поэтому все это скомбинируем и закинем в духовку. И я, как уже и говорила, буду готовить куриное филе. Я порезала помидорки, сырок. Водичку себе поставила. Смотрю видюшки на заднем плане. И буду это все запекать в фольге. Так, я в духовку отправила курочку, и теперь, я думаю, где-то минут 35-40, где-то вот так, в духовку на вверх-вниз, подогрев вверх-вниз. Так, ну и вот моя грудка, какая красивая, вообще аппетитная. Сейчас мы с Сашкой как на нее нападем, а потом как съедим. Ой, красота. У нас тут, Сашка, небольшая проблема образовалась. Она как бы уже старенькая, но вот сейчас мы прямо очень сильно обращаем на нее внимание, потому что прям практически часто, так как он сидит за столом. Да, встаю, иду и такая, и прохожу мимо, и бьюсь головой об эту красивую люстру. Да, Сашка? Да. Маленький минусик этой квартирки. И вот сейчас покажем еще типичный вечер. Сейчас мы вам покажем. Мы обожаем мороженое. Сейчас узнаем, сколько у нас было. Но мы обычно берем несколько пачек и смотрим под фильм. Но мы вам сейчас покажем. Мы на карантин прикупились мороженое. Это мы еще какую-то часть съели. Да, да. У нас еще было такое на палочке. А, у нас еще было на палочке, еще была маленькая. Вот а, банка, да, была банка. И карамельная. Только маленькая. Вот точно такое, только маленькая. Вот это вообще 2 литра. 2 литра, литр, там 900. Нам так понравилось. Ну, это мороженое, что мы решили сразу взять. В итоге у нас получается 1, 2, 3, 4. Короче, 3-4-800 миллилитров. Сейчас возьмем по баночке. Да. Ну, мы его уже едим очень давно, вот уже конец карантина. 900 миллилитров да, каждый. Да, конец карантина, мы все едим. Но они очень вкусные. Ну, прям классные. Вот эти два будем большие. Будем отмечать последний день да. карантина. У нас сегодня последний вечер. Да, и мы еще тут фильм будем смотреть. А завтра мы на свободе. Да, причем завтра... Ну, получается, даже не завтра, а когда уже будете смотреть это видео, мы будем, будем тусить в городе. Уже будем ходить. Короче, тогда до встречи в следующем видео, в котором мы уже будем показывать город. Вот так. Мы и сами его посмотрим, потому что мы еще сами не видели. Да.